Мы приехали добывать березовый сок, но забыли бутылки. Не судьба нам напиться березового сока. Но зато вот природа. У нас тут прямо у дороги козы ходят. Ничего себе. Ну, поймет. Кози. А что, дикие козы, что ли? Ой, лес, конечно, неприглядный. Весь завален сухостоем. Установили отвод. А зачем ты установил, если бутылки нет? Да я смотрю, вообще есть нет, сок. Началось сок движения, нет? Мне кажется, уже закончился. Еще даже почек никаких не видно. Да? Да. Ты думаешь, еще нет? Сок движения нет. Есть, только чуть-чуть, только начинается. Березового сока еще нет. Есть сок. Я сейчас попробовала. Вода водой. А береза не пропадет? Нет. Вот, видишь, добывали сок не таким щадящим способом. А это в Белоруссии так добывают. Вон, видишь? Они здесь надрез сделали. А это вот просто прокол через трубочку. И должно капать, да? Ну, оно бы капалось, мы бутылки не забыли. Ну что, поедем за бутылкой, что ли? Да здесь дорога рядом. Здесь ворота, видишь, уже капает. Вот капает березовый сок. Офигеть. Вот мы залечили ранку. И все. Березки. Поедем в другое место сок добывать. Уже с бутылками. Потому что это березка у дороги. Вон виднеется дорога.